Ну что же, всем привет, дорогие друзья! Сегодня я вам покажу, как сделать настенный крепеж для гитары из дерева. Для этого я использую вот такой вот брусок дерева. Сейчас я вам покажу толщину его. Толщина его 2 сантиметра и 7 миллиметров примерно. И ширина 10 сантиметров. Вот я нарисовал такое вот что-то типа крюка. Вот сюда, вот это вот вырежется у нас получается, и сюда будет вставляться как бы гриф для гитары, и будет висеть это все на стене. Сейчас мы вырежем эту детальку вот по этим линиям, и дальше я уже покажу, что делать. Вырезать я это все буду электронным лобзиком. Снимать я это не буду, так как это не очень интересно. Вот, так что я пошел вырезать, а сейчас пауза. Так, ну что же, вот такую вот детальку вырезал. Вот, сейчас я буду защищать чуть-чуть простой наждачкой, а потом уже дремелем обрабатывать ее всю. Поехали! Ну что же, дорогие друзья, вот я ее сделал, просто когда я ее обтачивал, у меня выключилась камера, она села. Сейчас я уже покрыл лаком и прикрутил уголки. И теперь осталось ее только прикрутить к стене. И все, сейчас я это и буду делать. Ну что же, дорогие друзья, вот такой вот и конец нашего видео. Все держится. Такой вот крепеж мы сделали с вами. Гитара висит, все хорошо. Все, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Кэп Кэп, и всем пока.